Твери продолжается кампания, направленная на формирование у детей навыков безопасного поведения. В детских садах города проводят собрания с родителями и другие профилактические мероприятия. На родительское собрание в детский сад номер 2 пригласили сотрудников ГИБДД, полиции и МЧС. Вот автоинспектор демонстрирует родителям правила перевозки детей в автомобиле. Случаи, когда ребенок сидит в кресле, но не пристегнут, очень распространены. В случае дорожно-транспортного происшествия, если у нас идет удар лобовой, ребенок перегибается через эти ремни, бьется головой о сиденье. Сотрудники других ведомств напомнили о необходимости учить детей пользоваться бытовыми электроприборами, правилам поведения в лесу и на водоеме. Без родителей ты можешь просто не сможешь поплыть, и ты можешь утонуть. И в итоге ты задохнешься, и тебя все уже не достать. Кампания по профилактике детского травматизма продолжается. Ежедневно проводятся различные акции и мероприятия. А с 1 сентября во всех школах пройдут уроки безопасности.